Западно-Казахстанский областной филиал Красного полумесяца Казахстана принимает участие в проекте содействия национальным усилиям по вакцинации против COVID-19. Филиалом сформированы мобильные команды, которые проводят разъяснительную работу с населением. Во время встреч представители филиала разъясняют, почему прививка является важной защитой от этого серьезного заболевания на жизненных примерах и собственном опыте. Западно-Казахстанская область по-прежнему находится в красной зоне по количеству заболевших. По словам специалистов, основная часть переносит ковид довольно легко и проходит лечение в домашних условиях. В данное время большая нагрузка легла на работников поликлиник. Также отмечается, что получившие ранее прививку выходят из болезни без осложнений. Для поддержания необходимого количества антител нужно пройти и ревакцинацию. Об этом рассказывают представители областного филиала Красного полумесяца. Данный проект финансируется Международной федерацией Красного Креста и Красного полумесяца. Мы по всей области, во всех районах и по городу ведем именно разъяснения, стараемся предоставить информационные материалы в виде плакатов, в виде лифлетов, показываем именно и видеоролики тоже предоставляем. Обращаемся к жителям с большой просьбой привиться от COVID-19, пройти в ревакцинацию, которая как бы необходима для здоровья нашей нации, для здоровья наших граждан.